Может, контактный взрыватель тут нужен? Давайте на 300 поставим, ладно. Раз уж наши вязались, надо им помогать. Ничего не поделаешь. Твою же налево. Их тут так много. Ладно, возьму крайних. Скорость я вроде неплохо тут нагнал. Ой, опасно, 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 опасно быстро. Еее! Ракеты тащат. Так, ладно. Привет вас, дорогие друзья. Ну что, я решил еще полетать. Ну, правда, я уже несколько раз сегодня полетал. И что-то никак остановиться не могу. Затягивает реально. Ну, по крайней мере, на первом ранге очень весело летать. Не знаю, что там дальше будет. В принципе, в танках примерно та же ситуация. Но там, наверное, веселее все-таки на третьих рангах. Потому что на пятых очень долго там стрельба идет и прочее. На первых, ну прям вообще, экшен очень прет. Но здесь, неважно, на каких рангах играешь, все равно нужно лететь, добираться до боевых действий, до поля сражений. Офигенный самолет. Мне вот прям нравится он, знаете. Есть такая идея, что, типа, ну, если вам техника нравится, то, значит, она вам подходит. Слышал я такое пару раз и про машины, и про самолеты, и про танки. Вот это мне точно нравится. Просто вообще он офигенный. Ладно, что нам надо сделать-то? Уничтожьте японские войска, уничтожьте все вражеские базы, освободите оккупированную деревню. Как освободите? С воздуха можно освободить? Наверное, надо там убить кого-нибудь. А, вон, да, тут даже цель обозначена. Походу, карта симметрична. А где мы сражаемся-то? Это вообще что за регион? Халхин-Гол. Не знаю. Вряд ли это Япония. На Японию совсем не похоже. Прям вот совсем-совсем не похоже. Вообще, с неба как-то по-другому смотрится земля. Вот мне любопытно, ну, когда действительно летаешь так, тоже она кажется такой квадратной? Или все-таки видно, что она там загибается? Загибается земля. Ладно, я что-то впереди всех лечу. Сколько нас тут вообще? Ой, нас-то всего, только ничего-то. 4 на 4, нет, 4 на 5. Ладно. Сёдзи, Рё, Алекс, Люк. У нас Шинья, Тесту. Такие имена необычные. Кстати, интересно, наверное, ну, для иностранцев они на их языках обозначены. Так. Ну и чего? Какой-то котлован. Нифига ж себе тут прорыли. Не кисло. Тебе знать, вот как это все вообще делалось? Типа компьютер просто вырисовывал тут все, ну, случайным образом, а потом просто корректировали. Или прям вот каждую реку там обводили, дороги и прочее. Может быть, даже использовали реальные документы там, карты, фотографии. А что это у меня, кстати, гора, видите, не полностью прорисовывается. Наверное, надо в настройках что-нибудь поменять. Не, вот так мне не нравится снизу на него идти. Я лучше туда улечу. Вряд ли он будет на меня пикировать, но надо бы мне высоты набрать. Что он, походу, что-то задумал. Так. Что-то я не вижу его прикрытия. Вообще странно. Ну, ладно. Неужели он тупо тут один летит? Может, он какой-то имба? Но, как я понимаю, когда я на него снизу лечу, то то его пулеметчики не могут мне ничего сделать. Если я правильно понимаю. Они же как бы могут назад стрелять и вверх. Так, эти что-то... А, во. Да, он вроде быстрее меня летит. Но ему, чтобы по нашим бомбить, видимо, как-то там снизиться надо будет. Фига там вообще обстрел идет дикий. Ой, что-то у меня двигатель уже желтым горит. Мне говорили, что это не очень хорошо. Тихо, тихо, тихо. Ты где их самолеты-то, я не пойму. И что мне с этим бомбером делать?
Он тупо просто пролетел и... И чё? Надо же как-то его, типа, перехватить, наверное. Не знаю, могу ли я вообще догнать? Твою же налево. Не, видимо, не могу. Не хочется его отпускать, но... У меня, походу, выбора нет. Ладно, мы как раз... Сейчас на скорости. В пике. Наберем. Ой, да, вообще скорость набирается, вообще отлично. Мне говорили, что тут, типа, ну... Как-то это даже называется, когда слишком большую скорость набираешь. Опасно, короче, становится. Может крылья оторвать. Поэтому я... Надо... О-о-о-о. Давайте поможем нашему. Они там один на один дуэлятся. Тут, наверное, есть какой-нибудь показатель максимальной скорости. Посмотрите, этот парень прям вообще... Сейчас поближе подлетит. Вверх. Все. Долго он ждал. Не знаю, падает он. Похоже, что падает. Да. Так. Меня пугает тот мэн, который улетел там наверху. Мне кажется, он... Ну... Похоже на то, что, типа, его не надо так пропускать вообще. Но он, видимо, что-то там нам уничтожит, и ничего с этим не сделаешь. О, смотрите, там кто-то тоже летит. Очень быстро причем летит. Все, я его даже не вижу уже. Ладно. Это что там, он сел, что ли? Не, движется, движется. Так. Обалденно вообще, просто офигенно. А, так. А, слушайте, их тут двое. А, ну это бот. Хотя мне тут... Кажется, боты тоже могут. Ой, смотрите, вообще жесть. Наших ребят там сзади боты прикрывают. Ну, не прикрывают, в смысле, а накрывают. Не знаю, надо ли на них как-то реагировать вообще. А вот это тоже бот? И это бот, это все боты. Кроме одного, который полетел дальше. Ну, давайте с ботами попробуем разобраться. Мне это для практики полезно. Я вообще не знаю, тут как бы... В танках боты вообще практически бесполезны. А тут... А тут они могут, походу, что-то сделать даже. Давайте с ними по-шустрому расправимся. Давайте мы на хвост сядем. Ах ты маленький. Ускоряемся, ускоряемся. Все. Тихо. Ну же. Левого крыла. Походу, этот парень падает. Этот бот. Ладно, давайте с Люком расправимся, пока он не взорвал звезду смерти. Ой, вниз. Не хочу. Не хочу с ботом сталкиваться. А он, походу, вообще падает. Не? Вырулит? Да, вырулит, походу. 600. Сложно так попасть, 600. Давай налево. Ну, у меня 1000 еще есть, в принципе. Снарядиков. Все, он теперь точно подбит. Давай налево. Ну, по крайней мере, так написали. Не знаю, будет он падать или нет. Вроде... Вроде будет. Нет, давай, падай. Твой налево, он не хочет падать. Бен, ты по моим планам должен был упасть. Давай, господи. Да твою же налево. Да падай ты уже. Тихо-тихо, скорость надо сбавить немножко. Ну сейчас уж точно. Так, и все, с ботами вроде разобрались. О, подожди, это... Это который падает, да, у него крыла нет? Да. Так, ладно. Воу-воу, кто-то у меня сзади, что ли? Сверху, не? Да-да-да. Мне говорят, Гашан, на карту смотри почаще. Тихо-тихо-тихо. Не, налево-налево-налево, он сейчас вот тут будет. Так. Так. Воу-воу-воу. Ах ты, твоя налево. Нет, нет, высоту набираем. Он, по-моему, сейчас врежется. Не? Бот не прост. Ой, налево, он какой шустрый, да? Отлично. Ну, еще 1000 есть снарядов. Да и, кстати, ракеты есть. Ой, что-то я какую-то кнопку нажал. Не ту.
Да, я, по-моему, R нажал, у меня ракеты улетели. Хотя звука вроде не было. А, легкий танк. Я вот не знаю, могу ли я их, легкие танки-то, повредить. Не, походу не могу. Да ладно. Ракетой не убил. Серьезно? Ну, вроде поджег. Не знаю, прогорит, не прогорит. Тихо. Тихо. Ха. Твою же налево. Ладно. Слушайте, здесь какие-то ПВОшки более-менее бесполезные. Не знаю, могу ли я доты взорвать? Не, походу, я просто не попал. Так, и последняя ракета. Давай, Гашан. Да твою же налево, они какие-то неуязвимые просто. Просто неуязвимые. Ведь у меня, по-моему, еще есть ракета. Не, все. Ладно, отстрелялись. Че, самолет-то у них остались? Один. Это, наверное, этот бомбардировщик жесткий. Где нам его достать-то? Из-под земли достану. 700 снарядов, слушайте. Можно было ракеты для него как раз приберечь. Все равно меня как-то странно ракеты не накрывают. Ну, может, потому что я там... Надо ставить детонатор, типа, все дела. Так, ПВОшки, смотрите, в большом количестве фигарят. Ну, в принципе, я не знаю, где самолет. Воу! Слушайте, а ПВОшки-то двигаются. Так. Отлично. Ха. Е-е-е! 450 мне осталось. Но в небе я никого не вижу. Так что... Воу-воу-воу-воу-воу. Опасные ПВОшки, кстати. Пару раз прям вообще рядышком фигарнули. Так можно и нарваться. Ну, давайте артиллерию, что ли, подобьем. Как я понимаю, она там курабасит с... С нашими... танками. Еще одни ПВОшки. Еще одна артиллерия. Блин, что-то у меня лаги начались. Стойте, лаги. Ладно, снаряды прям вообще закончились. Надо на базу возвращаться. Вот это они прикольно придумали. Воу! Воу! Фига себе, артиллерия еще в меня стреляет, что ли? Или это ПВО такое дерзкое? Там только снаряд был, что мама не горюй просто. Так, а как он сказал? Доклад. Возвращаюсь на базу. Все, ладно. Ну, я не знаю, мы, кстати, даже с одного собьем, по идее, у нас игра не закончится. Если я правильно понимаю. Ну, ладно. И начинается самое интересное, возвращение на базу. Кого это он там палит? Полисимус Чикичитус. Так, лететь и лететь еще. Вот на реактивах, наверное, легко. Одна минута, и ты уже прилетел куда надо. Так, J это шасси. F это посадка. Все. Ладно. Еее, супер самолет. Уи! Уи! Слушайте, ну, кстати, не так уж и далеко. Хотя по карте вроде прям вообще мы еле движемся. Но если так приглядеться, вроде нормально. Кейси, это аэродром, конечно. Слушайте, как бы нам вот с этим парнем нечаянно там не встретиться. На аэродроме, я имею в виду, при посадочке. Где же их самолет последний? Нужна разведка. А, мы вообще тут остались вдвоем с ним. И у меня вроде как есть ракеты, но они большей части бесполезны, как я понимаю. Ладно. По идее, даже если мы самолет собьем... И за что там надо сделать? Уничтожите войска, уничтожите вражеские базы, освободите деревню, защитите захваченную деревню. Блин, ну вот в этом плане, конечно, в аркадке повеселее. Там все-таки... экшена побольше. Как по мне, намного. Так. Ну, то есть, вот, если бы не эти полеты, уничтожение... Вот в танках хорошо, убил все танки, и все, конец игры. А может, это и плохо, я не знаю.
А здесь надо лететь, возвращаться. Ну, зато реалистично. На то оно и РБ. Так. Значит, надо, видимо, скорость сбавлять уже. По чуть-чуть. Закрылки, посадка. Так. Сбавляем скорость. Так. Лак нас догоняет по чуть-чуть. Но, видимо, все нормально. Если это вообще аэродром. Не, ну я похож на аэродром. Так. Ускоримся чутка. Закрылки убраны. Все равно, в принципе, нам все поменяют, так что не беда, как говорится. Ладно. Ну теперь уж точно пора, я думаю. Так. Как там шасси G? Я помню, вот так вот скорость хорошо забавлялась. Мне кажется, я быстро лечу довольно-таки. Но скорость теряю вроде как. Да, этот мэн явно лучше меня садится. Давайте его пропустим. Если получится. Но он просто дальше, наверное, может сесть, чем я. А я прям вот тут сяду, короче. Чуть-чуть немножко проедусь. Давай, мэн. Главное, нам друг друга не поубивать. Так. Давай еще немножко проедемся. Так. И теперь, наверное, надо останавливаться. Я так волнуюсь. Я не часто это делаю. Так, все вроде, да? Все, теперь вот эту штуку. Воу-воу-воу-воу-воу, тише. Чините меня. Все отремонтируется через 5 секунд. Идеально. И ракет дадут, ура. Так. Все, полетели. Дрынь. Взлетаем. Супер рэп. Кстати, а тут уже надо... А, не. Тоже, опять же, можно ли так садиться, взлетать и опыт получать? Ну чё там, бомбер, по идее, этот, что-то его даже не видно. Я не вижу, чтобы кто-то что-то уничтожал. Так. Дрынь. Надо запомнить, у него... А, у него вообще 0 очков. Машина на базе тупо сидит. Не знаю. Что нам надо сделать-то для победы, я не понимаю. О, господи. Уничтожите вражеские... японские войска. Уничтожите вражеские базы. Освободите деревню. Защитите захваченную деревню. Войска, да, говорите, защитить? Ну, что-то я как-то не очень большой мастер. А, может быть, вот эти вот, типа, что-то значат? Видите, тут горит, типа, сигнал, знак. Не знаю, что может лаг сделать-то вообще? Ну, только полететь на вражеский аэродром, постараться там сбить, ну, самолет, который, видимо, не взлетел просто, я даже не знаю. Он просто никого не убил, ни одно очко не нанес. Может, он прилетел, тупо как-то хреново бомбы сбросил, что-то в этом роде. Непонятно. Может быть, если приглядеться, он где-то сейчас летает наверху. Боты наши вообще, походу, ничего не делают. Самолетные. Тихо. Так. Что-то за белая штучка? А, это, видимо, куда мой курсор смотрит. Ладно. Посмотрим. Ну, это ж типа цель, да? Надо типа к ней лететь, видать. По рампампашке. Пуди-пуди-пшти-ка. Вот это скучно. Может, просто самоуничтожиться? Не знаю. Что-то не очень прикольно. То есть мы явно как бы, ну, сдоминировали в воздухе и все дела, но теперь нам надо возиться, тут летать, сбивать. Что-то там на земле.
Скукотень. Так неинтересно. Не знаю, может, я что-то не понимаю. Может, тут какой-то прикол в этом есть во всем. Мне хочется просто летать с самолетами там, друг друга стрелять. Как в аркаде, только чтобы прицела не было видно. Упреждение, имею в виду. Ну ладно. Пам-пам-пам-парарам. Ти-ти-ти-тири. Ой! Твой налево. Я, кажется, закрылками летал. Их даже не оторвало. Класс. Супер самолет. Так, лак. И чего? Что ты предлагаешь делать? Просто ко мне сел на хвост и... И я даже не знаю. Легкий дот. Блин, мэн, я не знаю, что делать. Понятия не имею. Я чувствую ответственность, она летит за мной. Но... Короче... Слушайте, а может у него пушки есть? Блин, я не знаю. Ну ладно. Явно они там куда-то продвигаются. Нам, наверное, надо их уничтожить будет. Но... А, слушайте. Там же вроде, типа, если на базу сесть, да, то... Какой-то профит с этого можно получить. Если я правильно помню. Так, лак куда-то... Не, он замедляется. Так, у нас вроде тоже, да, вон там техника едет. И они сейчас, типа, встретятся тут где-то. Так, ладно. Уберу скорость чутка. А, это ПВОшки едут, я понял. ПВОшки и легкие танки. О, музыка пошла. Хорошо. Воу-в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 оу. Пипец, они тут настреливают. Только не сбили меня тут. Твою налево. Да они вообще жесткие. А? Они вообще не церемонятся. Ладно. Воу-воу-воу-воу. Прям вообще рядышком. Смотрите на них. Твою налево. Какого фига? Нам удалось... Вау-вау-вау, тихо-тихо-тихо. Твою налево. Твою налево. Опасные. Может, я что-то совсем не то делаю, но я просто не знаю, что мне еще тут делать. Господи. А? Ну, вроде как очки за это дают. Значит, я все делаю правильно. Так. Снарядов. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, тихо. По-моему, одна из последних ПВОшек осталась. Еее, тихо, 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 тихо. Все, вон там еще легкий танк остался. Стараюсь его сбить. Ах ты, ёшкин замухрёшкин. Не попал я в него. Так, ну ладно. Что делать теперь? Я не совсем врубаюсь. Легкий дот я подбить не могу. Танков мы больше убили. Значит, то типа мы победили, да? Я так понимаю. Легкий дот я, по идее, взорвать не смогу. Своими снарядами. Мне кажется, у них там... этот парень сидит на базе. Надо его полететь туда и сбить. Просто, знаете, почему бы и нет. Да твой ж налево, что тут делать-то, я не понимаю, когда эта игра закончится. Видать, просто тупо надо ждать. Потому что я не знаю, какие тут еще варианты. Говорят, деревню захватите, а как? Как захватывать эту деревню? Тысяча чертей! Ничего не понимаю. Вот что он делает? Он за мной летает, и... Я даже не знаю, короче. Токсик Хантер. Может, он тоже не знает, что делать?
И победа в наших руках. Схватите базу. Может, тут типа сесть надо? Вон там ПВОшки я вижу. Не, ну, тут, походу, защитите захваченную деревню. Не знаю, может, действительно надо сесть? Но тут что-то как-то на это никаких намеков даже нет. На то, что здесь где-то сесть надо. Я подозреваю, что там игрок сидит у себя в аэропорту. Так. Нет, смотрите, никто не сидит. Никого не вижу я. Ну, может, мне, конечно, надо поближе подлететь. Как вариант. Но, походу, тут нет никого. Не знаю, может, я могу их аэропорт захватить? Было бы вообще весело. Чё будет, если я к ним на аэропорт сяду? Чё-то... Мне кажется, это не лучшая идея. Но попробовать стоит. Я потому что не знаю, может, я правда должен к ним на аэропорт сесть? Может, мне что-то за это дадут? Ну, типа, базу захватил, знаете. Неубиваемая. Тихо. Джей. Тихо. Стой. Блин, да они прям так палят, короче. Им, походу, вообще пофиг. Не знаю, можно ли так базу захватить? Тихо. Посадка, и чего? Видимо, нельзя. Ладно, все, надоело мне. Пойду в следующий бой.